Так, короче, мы с Лехой приехали на Ладогу. Леха купаться пока отказывается, я после гей-клуба готов занырнуть. Леха, давай раздевайся. Погода 24 градуса, вода 23. Парное молоко должно быть. Так, искупались. Лех, как вода? Отлично. Да, ништяк. Поедем, что, рыбачить? Всем привет, Леха, мы вышли на воду наконец-то. Штормит, волна где-то метр. Мы решили порыбачить на 6 спиннингов, да, Леха? Пока что. Ну, будем все получаться, ветер стихнет, по 8 поставил. 8 точнее. Такая волна, мы идем на автопилоте, стали пока по ветру, чтобы распуститься. 4 катера сегодня рыбачу, все едут в сторону СИСИ. Посмотрим, что получится. Ждем злых поклевок. Надо тебя запечь. Петлись хоть как тянешь. Я жопу твою банку пива раздавил, Люк. Ну что, сиди за пивом. Мастер работает. Мастер Новгородской области. Алексей. Как тебе фамилия, Лешенька? Томилов? Томилов, да. Вот тянет судачка. На волне больше метра. Давай газ сбавлю, а? Да. Кайфа больше, да, Лех? Да. Так подольше. Пилот, конечно, выручает. Идет на судачок туда, вально. А что так долго? Сколько на счетчике-то? Лёха, давай шустрее. Дай мне. Рыбалка удалась. Ну все, не зря поехал. Леха у нас был в классе теоретик, теперь он в класс Б перешел, в практик. Вот. Такой полкилошный, да, наверное? Ты бы поднял, может, наверх-то? Я выйду. А? Осторожно. Вот судачок. Нормально, пищевой. Спокойненько подводи его, за поводок поднимай. Вот так не будет. О-хо-хо-хо-хо-хо! Красава! Ну чё, поздравляю, Лёха! Пятёрик! Надо брать! Надо, конечно, такую не отпускаем, нет. Всё, молодец, давай. Лёха уже рубит его, разочаровался весь в рыбалке. Бляха, Лёха, у тебя спиннинг так загибает. Вот. Спиннинги прыгают, как будто на всех судаки висят. За бортом вот такая погода. Чистое небо, ветер и волна. Таких долбанутых по судакам не очень много. В округе пока никого с этого борта. Вот один там чувачок на казанке плывет. Ждем поклевки. Уже времени 10 часов. Судаки не поднимаются. Все на дне лежат, гады. Блин, о! Леха, это хороший. Да? Леха, это очень хороший. На, подержи, попробуй. Блять.
Это Леха хороший. Ушел. Ушел? Хорош, бля, прикалываться так. А? Сидит? Сидит. Бля, как мы его вытаскивать будем? По табели. Какой? Да я буду сейчас крутить, а ты будешь под сакру. Так, у нас 2.4 скорость. Опасная, блин. А? Хороший, хороший. Все для тебя, мой дорогой, что ты кайфанул, да? Если ты его упустишь, Лех. Ну да, держи, я под знаком пошел. Придется за ним, блин. А где он еще? Да, еще до хера. Ух, блядь. Ух ты! Леша, мне его никак. Это там как зацеп, ёб твою мать, блядь. Он ушел. Смотри. Он просто, блядь, не поднимается, нахуй. Бля, что делать-то, а? У меня столько лески нету. Ты видал? Иди сюда. О, ползет. Как сюда-то? Давай ко мне, я под сакву положу. Ой, я подведу, а ты под сак поднимешь. Эй, что ты там делаешь, Лёх? Чувак, иди сюда. Опа, бинго! Бингомерный судачок. 1-1. Надо его показать. Побольше, чем тот. А. Жень, второй давай. Блин. О, кило продолжается. Это мой. Вот опять мутант какой-то, Лех. Да? Не, ну это полегче идет. Сначала тянул. Хорошо, что это недалеко. Там готов подсак-то? Никого походу нету. Так зашли на точку. Давай сюда, на мой борт, уже рядом. Ты сиди и все. А? Ау, 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 ау. Да, это покрупней. Ну что, Лешенька, домой едем или что? Я тебе говорил, рыба будет. Стой, не двигайся. Какой мерный. Все. Спасибо, конец связи. Итак, друзья, времени 2:30 утра, солнце еще не взошло, но мы решили нафиг валить отсюда, потому что раздувает пенка, барашки. Подъедет скорость, сколько у нас? Километров 10. Рыба все равно клюет плохо, а хочется быть совсем. Леха нарыбачился на год вперед, больше не поедет. На месте. Это я. Все, спасибо.
Мы сегодня с вами покупались, поймали рыбки. Леха поймал. Была здоровая поклевка с отрывом лески. Плохая погода и так далее. Сейчас мы едем домой. Довольны, надеюсь, и счастливые.